Всем привет. Здорово. Вы тут? Да, по-моему, мы тут вдвоем. Да не, вроде три. Мгновенно. Вы предупредили, что вы начали. Филь, конечно. Спекайтесь, там шторы мгновенная. Сейчас подожди, спекнуться там. В хила в какую салу? Ну все, пошли тогда. У тебя стрепки по сколько крыты? Не знаю. А где цифр нет? Четырнадцать тысяч два попадания. 15 800. Семь семьсот крепко. Секунду. Yeah.
Крыса. Отказываемся? Да. Боевка. Ну что, надо снова напомнить про боевые значки и ворон. Эти вещи уходят в гильдбанк. Я вот сейчас повторяю крайний раз. Кто сролит значок боевые или воронку, тот получит ГП в 10 раз увеличенной от стоимости. Что, кто-то забирает себе, что ли? Ага. Так вот и терпения хватает, блять, каждый раз по это повторять, нахуй. Япончик может ролить, Войт может ролить, это офицер. Все, кто ниже офицеров, от этого отказываются. А тот, кто взял, что не отдает, да, просто. Я же бегать не буду за каждым. Дать трейд, чтобы мне это передали. Как бы в их же интересах просто передать это мне. Когда ж мы дождемся первого ГП за бои? Так, а кто выиграл? ПВЕшку япончик, один значок япончик, другой значок луцинь. Все, я дам. Я ж даже не знаю, что я что-то там выиграл. Ты же в рейды ходишь, а я почти каждый день это озвучиваю. Каждый раз разные правила. Какие разные? Абсолютно всегда. Вока обычки, ВЗС обычки, БУЕ, воронки, значки. Все это уходит в гильдбанк. Исключение только ОК, ХМ. Там что значки, что БУЕ, что и воронки ролятся между рейдом. Правила не меняются, всегда все одно и то же.
Ну чё, ты символ на берсу ставил? Символ на берсу? Там плюс 5 секунд. Нет. Я поставлю вместо таунта, когда доберу кап меткости. Это смысл? В смысле? Не, ты кап меткости 17. А где товарищ Вагабант? Чего хотел? Вот он. Кипятильник, а? Бля, ты повысил меня, нет? Кипятильник. А чего, куда тебя повышать-то? Могу только понизить новичка пока что. Так, до замгм. Ну, остаешься в кипятильнике еще, пожалуй, на какое-то время. Че, братик, куда деть? О, кабочка. Ты не устал два раз подряд не идти? Ну там да. Нужен тринкет. Чем мне еще делать? А ты на этом наваре? Угадай с одного раза. Ты на ханте не ходишь никуда вообще? Куда-то дохожу. Нортсе. Да, она не помнит, наверное. А чё это вечером сегодня куда? Вначале ЗС. А потом? Не знаю. Тут нож все очень дельное предложение высказал. Какое? Ну, тебе стоит остерегаться. И я? Ага. Почему? Потом узнаешь. А почему она мне об этом говорит, о тебе? Пиздить всех вагонов, которые сидят на замене в первом статике. Правильно. Я же не на замене. А что, у тебя перс есть, кроме одного? Нет, конечно. Это зря. Да он с паладином с трудом справляется, о чем ты? Учитель мне подсказывает, как может. Какой учитель у тебя? Ну вот, который ГМ нынче. Да не, я балбесам ничего не подсказываю, если особенно бы, бесплатно. Если бы он тебя учил, ты бы был уже с тремя персами, доходил бы с нами в рейд. Не, я чуть не такой задрот. И зря. Ну, я бы тут поспорил. Короче, Сантей убьет два босса в механаре, зайдет шаманом нам. Все, ладно, давай, Вак, зайду попозже. Да, ребутните роутер, покурите пока. Дождем минут 8, может, что у нас изменится. Иди отсюда! Давай, Нарси, привет передавай. Сейчас, короче, перекуриваем, да, пока? Да, минут 7 уже. Можно пока покурить. А что он тут вообще делает, гильдии? Ну, это местный оперный певец, сольный концерт устраивает. Сидел бы в другой гильдии, пиво попивал бы, блядь, с пацанами там общался, я не знаю. А где хуй не задрот? А чё, у нас так много задротов, что ли, в гильдии? Ну, в том плане, как тебе объяснить-то? Не та гильдия для него это. Пускай он сам решает. Интересное высказывание на самом деле. В плане чего не та гильдия? Прохождение инстов или что? Как вам объяснить, смотрите.
Он хочет сказать, что типа есть гильдии для задротов, а есть гильдии для кайфа. Ну, я бы не сказала, где что я тоже очень часто результат. Хожу в инфы, но тем не менее, я на них присутствую иногда. Ну, а я ему говорю, пускай он сам решает, что его, а что не его. А как? Что ты подразумеваешь под гильдией кайфа? Видимо, кайфа? Когда идет, все разговаривают. Не. Ну да. Ну и не только. Это, знаешь, когда на расслабоне на полном сидишь, и у тебя статик в актуале, когда есть ОКХМ, а они идут закрывать, допустим, склеп Аркавона под пивком. Параллельно там, я не знаю, вспоминаю что-нибудь из жизни. И просто приятно проводят время. Так сейчас еще фися у нас появится. Вот оно как понятие кайфа-то деградировало. Сидеть с этим с пивком за компом? Интересно, интересно. У каждого свои понятия. Ну твои-то хотя, знаете, вы правы. Что с вас требовать? С домашников. Ну да, действительно, куда нам до вас? Че началось-то, Редвар? Не надо вот этой хуйни вот в Дискорде. Это все можно после рейда обсасывать. Но в рейде этого делать не надо. Скажите, как зайти, пока травку собираю? Да, конечно. Двары не дают даже продохнуть. Последнее время. Там пиздец, сразу затыкает. Даже заметил, да, это стагнация. Я тут как вступил в ДВ, я не знаю, тут сразу началось. Что-то, кстати, Вага решил там, нет? По поводу Хэмки-то. Какой именно Хэмки, что мне решать? С толкашкой. Ты по поводу Фалика, что ли? Да, по поводу, чтобы Бара сюда загнать, а Ханда туда. Поскольку он там никому не нужен, зайдешь, заберешь. Только клятву не отдам. Клятва хранителя хорошая. Ну по поводу клятвы Талана, хер с ним. Мне там Фалик, да и другие шмотки нужны будут. Вроде нон-сеты там никому не нужны, то Фалик тоже. Здесь про не нужны. Там, по-моему, запястье ему надо, штаны надо, блять. Не, ну я-то про основной рейд. Мы же про него сейчас говорим. Когда будет РСХМ? Наверное, после закрытия Джайна. В ДВ-рейде, да? Только после Джайна, если она активна. Если она не активна, значит, как на прошлом вроде шаге. Вроде бы ее уже вернули. Ну, мы проверить же не можем пока что.
Так, Кирс через полчаса будет. Сейчас Санте зайдет, я думаю, да. Минус 2 ДД, попробуем. Норси, через минуту заходи, будем пулить. Торчина АФК. Рыбу есть у кого? Поставить нужно рыбу? Не-не-не, сейчас из ГБ вот что. Кушайте рыбку. Хилы, надеюсь, видят, что они в пятой группе. Кто из медведей хочет танчить мы, трэш? Короче, сверху с медведями будем, а калак пускай снизу. Даже так, ну я, ладно. Я на первой. Значит, Войт на первый, Луцинь на второй, Кават внизу, танчит трэш. Соответственно, просто отец у нас хилит Войда. Шторм у нас хилит Луциня. Вторая фаза кто? Ну, на второй что фазе там, босса ты танчишь. Я понял, два полотенца. Хилы танки, вы слышали, кто кого хилит, кто что делает? 300 баллов дадите. Вот неплохо, да. Япончик, не жадничай. Кто у вас мейн танк-то? На второй фазе босс танчит Кават.
первой платформе у нас Войт начинает, на второй Луцинь. Еще раз ручей на АФК. Сани нету. Мгновенно, япончик. СС не раздаем? Ничего нету. На свое усмотрение СС по хилам покидайте. Мгновенно, чего не хватает? Пристабаф нет, япончик один пристрелит. Ну, ждем япончика. Ну, он давал пристабафы. Да-да-да, я слышал ее здесь, все. Короче, на вместо, пул. Вместо кулака по 5 киньте по хилам, пожалуйста. Я слышу, простите. Дайте деревяшкам 10-минутный МП-5. Праска. Праска, ты меня слышишь? Да, блядь, слышу. Ну давай по деревяшкам 10-минутный МП-5 раскидай. Он может выйти в сторону, пожалуйста, господа деревья. Вот они в кусты просто. Вон они бегают. И наверху еще одно дерево. 30-минутный ебанул, заебись. Ой, блядь, короче, похуй. На АП-то покричим. Угу. Пул как подлетит. Лёха, с тебя крик на АП. НЖ, отойди от стенки. Санты, вставай. Вниз. Все вниз. Ты на первого, я на последний. Ок. Средний.
Давай ты теперь на первую. Сука, упал. Если что, спринты включишь, если он полетит на следующую. Вниз. Вниз вверх. Ты на первую? Ой, на четвертую. Да. Таймер энрейджа у кого-нибудь отображается? 14 минут. А он по стандарту 10 вроде. Ну вообще 10, да. Ладно, нормально все. Ну, вроде хватает. Там Буливан, кстати, есть. Или он из Майна? Ну, еще пристыняю Персия. Вообще из Майна? Я не знаю, был он вчера в Оке, не был. Все время на замене просидел, да? Вроде да. Точно не помню, по видео да. В рейде вроде не было, да. Может, РТД в Валарда играет? Все милики вниз. РТД добивают. Блин, заберите с меня. Маленького угля добейте. 200 тысяч хп. Резче. Отлично. Сейчас уже его добивать-то не надо. Ой, блядь, РДДшки. Мгновенно поднимай меня. Не бейте маленького, потом. Это исчезнет босс, черепок подобьете. Точечно, крестик не трогайте. Исчез босс, только черепок. Точечно, крестик не убейте. Все, босс появится, добьете. Может, Тольятти?
Добивайте череп креста, ТТ, прием. Реально только хант играет. ДП верим, да? Короче, РДД, приоритетно. Пока босс активен, добивайте углей. Я свечиться буду. Да-да, так нам просто. Пока босса нет, надо побить до 30%. Хорош. Дамага не вижу вообще в набор. Чё там? Это новенький, ничего страшного. Флагбон поднимай, Будапешт. Череп не трогайте, ну блядь. А, появился, в смысле, уже босс. Я просто не видел. Босс исчезал и появился, да? Будапешт, кучнее к нам в звёздке. Чё, види к стенке. Пока босс не активен, все стоят одним кемпом. Все, сначала могу. Не добивайте. Теперь можешь добить. Осторожно, не убейте раньше времени. Осторожно, осторожно. Сначала босс должен появиться. Все, добивайте. Офигеть. Че? И откинул. Не добивайте. Можно добить. Да, кстати, было открыть. На следующем приземлении. Я уже здесь. Хотя даже сдавать его не надо.
Не добивайте череп. Добивайте. Босса добили.